Здравствуйте! Это видео о приборе Router Mini. Внимание! Это видео не является коммерческой рекламой, а носит информационный характер. Прибор предназначен для тестирования радиоканала для смарт-ключей. Может хранить в памяти до 4 ключей. Применим для смарт-ключей, указанного на экране типа, и работает с перечисленными моделями Toyota Lexus. Прибор состоит из ретранслятора для сканирования и передачи сигнала со смарт-ключа на расстояние от 0,5 до 8 метров. Для начала работы необходимо только включить прибор. Из смартфона для управления ретранслятором. Все управление, кроме включения питания, осуществляется со смартфона. Кнопки управления на ретрансляторе. Кнопка питания для включения и выключения питания. Светодиод питания показывает разряд батареи. Зеленый светодиод – процесс зарядки. Другой зеленый светодиод – индикатор обмена информацией с автомобилем. В смартфоне реализовано 100% управление прибором. 4 ячейки памяти для 4 ключей от 4 машин. Опция Read-LF – чтение информации о ключах с помощью касания ручки автомобиля. Опция Read-RF – поиск и чтение информации с ключа на расстоянии от 0,5 до 12 метров с внешней антенной. ТАК-1 – номер обнаруженного ключа. 10 – количество оставшихся открытий и закрытий. По умолчанию записано 10. 0 – попытки закончились. Требуется повторное сканирование. L – закрыть. U – открыть. Онлайн – смартфон связан с прибором. Офлайн – нет связи с прибором. Принцип работы. Включается ретранслятор и смартфон. На смартфоне запускается программа. Ретранслятор подносим к двери авто и аккуратно касаемся ручки двери. На смартфоне нажимаем кнопку Read-LF. Через 2-6 секунд видим информацию о ключе. После считывания она автоматически сохраняется в памяти. Приборы можно выключить. Ретранслятор направляем на смарт-ключ этого авто на расстояние до 8 метров. На смартфоне нажимаем кнопку Read-RF. Через 2-6 секунд видим информацию о ключе. Ретранслятор находит именно тот ключ, который перед этим был считан с автомобиля. Это подтверждается информацией на смартфоне. После считывания информации с автомобиля и ключа можно выключить все приборы и включить их в любое время. В памяти будет сохранена вся информация. Для проверки результатов включим ретранслятор и смартфон, предварительно выбрав ячейку памяти от 1 до 4, в которой сохранилась информация для этого авто. Подойдем к автомобилю с ретранслятором на расстоянии от 3 до 10 метров и включим на смартфоне команду «Открыть U» или «Закрыть». На этом тестирование закончено. Спасибо за просмотр.